представители одной из самых почетных и мужественных профессий. Они призваны охранять стабильность государства и спокойствие каждого его жителя. С профессиональным праздником торжественно поздравили сотрудников полиции Одинцовского округа. Я благодарю вас за ваш высокий профессионализм, за мужество, за верность долгу. Вы и в мирное время, и при выполнении боевых задач с честью несете нелегкую службу, помогаете людям в беде, укрепляете их веру в силу закона и государства, в торжество справедливости. Особую признательность сотрудникам органов внутренних дел глава округа выразил за решение задач, поставленных президентом России Владимиром Путиным и губернатором Московской области Андреем Воробьевым. Я говорю об охране общественного порядка в условиях проведения специальной военной операции и частичной мобилизации. Неоценимую помощь вы оказали в период вручения повесток мобилизованным гражданам. Сотрудники полиции едва ли не в круглосуточном режиме работали на наше общее дело. За добросовестное выполнение служебных обязанностей и высокие результаты награды различного уровня вручили отличившимся сотрудникам Одинцовской полиции. Среди них и подполковник полиции Александр Куликов. За доблестную службу в этот день его отметили юбилейной медалью 65 лет городу Одинцово и благодарностью Московской областной думы. Это на самом деле для меня это высокая награда, поэтому эмоции переполняют. С профессиональным праздником правоохранители поздравили и депутаты-единороссы. Сегодня прекрасная возможность поздравить вас с профессиональным праздником, сказать слова благодарности за ваш труд, за вашу работу, которая порой требует настоящего мужества. Мира вам, добра, благополучия, успеха и, конечно, доброго по-настоящему здоровья. С праздником вас! Руководитель окружного УМВД Игорь Лопатин поздравил коллег с праздником от себя лично и от начальника главного управления МВД России по Московской области Виктора Паукова. Благодарю всех за безупречную службу, добросовестный труд и примерное отношение к выполнению служебного долга. Искренне желаю вам, вашим родным и близким, крепкого здоровья, мира, счастья, добра и дальнейших успехов в службе во благо России. После торжественной части и церемонии награждения – праздничный концерт под бурные аплодисменты. Для сотрудников полиции и других почетных гостей вечера выступили юношеские народные коллективы Одинцовского округа, а также приглашенные артисты. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцово».